чего точно. Беги сюда, беги сюда, Нина. Бери подарки, поднимайся с ним. Это мама! Что там? Это мама! Ну-ка покажи. Это какой-то арбузик. А это что за такое? Это кто? Вот это кто? Это Мия! Сейчас я принесу. Кто там, Лиз? Я. На коробочке кто? Тяпча. Тяпча? А это что? Это Пасюсь. Пасюсь и Тяпча? Это круто. Все они Пасюсь. И они Пасюсь и Тяпча. Да. Кто же вам принес такие подарочки? Мороз. Дед Мороз? Вот это да. Молодец, Дед Мороз. То сейчас Анютка придет. Все, Ань. Слышь, мне бери. Ого. Похоже, что этот подарок собирала Снегурочка. Да, не? Угу, а то люблю. Нет, я. Что там? База. Ой, Лего. Лего дракончик. У меня целый замок есть. Будем там... сегодня собирать Лего? Да. Давай, Лиз, посовершим. А у Лизы что же там? Тоже Лего? Да. Лиза, кто там? Нужно собачку какую-то. Переверни. Переверни, Лиза. Это обезьянка из мультика «Зоопарк» какой-то. А, правда, на обезьянку похожа. Ну что, откроем, Лиз? Да, давайте. А позвал шторм. Оп. А пойдем за стол, Лиз? Пойдем? Да. Вот. Ну-ка, что там у нас? Обезьянка, карандашики и какие-то детальки. Баночки. Давай мы их сейчас выломаем отсюда, да, по одной, и саму обезьянку достанем, хорошо? Вот сзади, смотри. Что-то выпало. Обезьянка, чуть-чуть. Какая она необычная, у нее головка крутится. What? Ну-ка, Лиза, а это тут что такое? Это чемоданчик. Вау! Туда можно положить все вот эти вот маленькие аксессуары, да? Uh-huh. И носить ее с собой можно будет, не потеряются детальки. Здесь еще были наклейки в наборе. Видишь, здесь вот кругом маленькие дырочки. На голове, на туловище, на ушках. Смотри, сережки. Скорее всего, туда можно будет одеваться маленькие детальчики из набора. Так, ну-ка давай покажи. В виде бананчиков сделаны. Давай. Розовые и желтые. Вот такие с пырышками. Сейчас я тебе, Лиза, их отстригу. Также в наборе были два фломастера для рисования. Голубой и фиолетовый. Дырочки есть. Лиза уже вон одевает сзади брошки, цветочки.
А Люська открывает. Где Сема? Семечки остались вот здесь, на упаковочке. Я сама удивилась. Открыли арбузик, и шкурка, и семечки остались. Не надуй. Детали динозавра здесь крупные такие, да? Смотри, крылья крупные. Да. Номер два пакетик. Наклейки. Инструкция. И все, пока, коробочка. Так, начнем с упаковочки номер один. Один. Можно открыть, открывай. Голову динозавра. На ножничке не надо, зубками ничего открывать. Вот, девочка у нас. Я собираю дракона. У тебя же девочка получилась? Берем вот такую штучку. Девочка-эльф. Тащи. Анютка собирает сейчас динозаврика, да? Пушка найдена. Вкусная пушка? Там не щемы. Нету. Какая-то машинка уже такая. Не машинка. На колесиках. Что это получилось? Такой дракон маленький. С крыльями какими-то. Так на летучую мышь похожа. Угу, это ой. Лиза уже зовет. Ну что, собираем дальше? Угу. Я же тоже самое. Вот Анютка собрала уже. Дракончика. Дракончика хвостик собрала. Теперь буду ножки собирать. Пасть открывается у него, пасть? Угу, открывается. О, открой. Угу. У него даже... Вау! Раз, два. Вот у него такая, видите, дырочка. Можно ему камушек положить? Слушай, а может ему туда вот этот вот? Нет? Не, не поместится, большой слишком. Думаю, он такой водой будет брызгать. Было согнуто под углом 90 градусов, да? Вот такой он. Угу. Ну же, давай дальше собирать. Угу. Я собираю теперь лапки. Их нужно 4. Сейчас мы одну соберем. Вот. Такая лапка у нас первая. Сейчас надо наклеить на нее вот такую наклеечку. Под каким пока шагом? Мама там завтракала. Нутка такого уже почти динозавра. Всего дракончика собрала. А он у тебя девочка, да? Смотри. Да, с бантиком. А я ей тоже бантика делаю. Вот, куколки. Угу. Вот, слушай, а она же как-то тут еще сидеть может, да? Это для нее же тот стульчик такой. Угу. Да, вот ножки туда она поставит. Угу. И будет летать на этом дракончике. Вот так как-то. Вот так. Угу. Она держится. И падает. Собираем лапы. Первая. Вторая. А это совсем другое. Ну, вот это. Как мы ее назовем? Давай ластик. Давай ластик. Как ты сказала, когда первый раз пришла, ага. Сказала мне. Мама говорит, вот ластик. А я думала, вот здесь ластик. Она, оказывается, это ластом назвала, ластом, и говорит, вот он тут прикрепился. Я теперь знаю, где он.
Не знаю, это, наверное, какая-то челочка. Ну что, стоит, будет? Да. Стоит? Да, хвост огромный. Ну что, дальше собираем? Вот так, кажется, беру. А, здесь лапка поставить. За крылышки. Нужен один такой бриллиантик. На улице минус 8. Такое ощущение, что скоро-скоро выпадет солнышко. Мы скоро пойдем наряжать вон ту вон елочку. Все, готово. На улице. Да? Пойдем елочку наряжать? Да. Мама, а ты права, ты прям читаешь мысли книги. Это водный дракон, да? Он не огнем дышит, а водой. Из этой серии этот дракон относится к стихии воды. Готов дракончик. И он ехать может. Так, вот так. У нас тут, смотри, осталась карта. Это можно дать ей в руки. Как? Да. Ну что, открываем пакет номер 2? Да. Держи, ножницы. Вау. Тут наклеек уже нет. Да. Зато есть, смотри, какая-то... Ракушка. Надо ее согнуть. Я согну. Теперь попробую открыть. Начинаем делать какой-то кустик. Переворачиваем страницу. Вот здесь. За один, да? Так. Теперь надо как-то поставить его с машинкой. Так. Да. Ну. Собираем катапульту. Так, теперь сюда переходим. Стрелять катапультой. Подожди, я. И. Дай куда-нибудь туда что-нибудь. Ой, это, кажется, его еда. Ага. Сейф. Я туда положила бинокль. А там бинокль. Готово. Дерево такое с цветами чудесными. Ракушка. Оп. Со звездочкой. Спи, дракуш. Привет! Духи! Привет! Я сейчас немножко покустала 2-3 снаряда. Да, излишний деталь, кстати. А вот это их мама. Только если залетит, то... Ой! Мало не покажется. Угу. Так. Готово? Да. Опять куда-нибудь улетит. И... Бдыщ! Он родился.